Открывая планерное совещание, глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил руководителей и сотрудников городских служб за работу в празднике. В эти дни обошлось без происшествий. Обращаясь к руководителям ресурсоснабжающих организаций, мэр напомнил, от них в немалой степени зависит качество жизни в нашем городе и порядок. Позиция губернатора Краснодарского края не потворствовать самостроям. В чем выражается, знаете, да, я об этом 3 года у вас стружку снимаю. Получил по суду право собственности, мы не спорим. Но пусть мне расскажут, каким образом можно включить воду, газ, электричество и так далее. А то, что они прячутся за людей, которым они продали квартиры, не имея разрешения на строительство, не имея земли с видом разрешенного использования, это действие, мягко говоря, носят противоправный характер. И пусть соответствующие органы разбираются в этом. И это относится не только к многоквартирному жилому фонду, но и к временным строениям, которые летом десятками появляются на пляжных территориях и в курортной зоне. Формат общегородских планерок отныне изменится. Они будут проходить 1 раз в месяц по утвержденным заранее темам.